Сегодня в Краевом клиническом центре охраны материнства отметили Всемирный день недоношенного ребенка. На мероприятие пригласили детей, которые при рождении весили меньше килограмма. Ежегодно в Красноярском крае рождается более 80 малышей с экстремально низкой массой тела. Но их всех удается выходить и, главное, поставить на ноги. По словам специалистов, порой на это требуется до полугода. После выписки врачи внимательно следят за здоровьем таких детей. Мы их наблюдаем в кабинете катамнеза после выписки. То есть кабинет катамнеза, иначе если перевести на русский язык, это наблюдение детей с экстремально низкой массой тела после выписки из стационара. Это его развитие нервно-психическое, это его двигательные функции, это его питание, физическое развитие. За всем этим мы наблюдаем в кабинете катамнеза. Мы родились с весом 990 грамм. У нас критический вес был. Нас очень долго выхаживали. Мы 3 месяца здесь отлежали. Ну ничего, все благополучно прошло у нас. Вот какие хорошие. Также сегодня на празднике малышам, которые находятся сейчас в центре, передали вязаных осьминожек. По словам специалистов, они благоприятно влияют на здоровье недоношенных деток. Напомню, сейчас проходит всемирная акция. Мастерицы делают такие полезные игрушки. И во многих странах и красноярские мамы не остались в стороне. Одним из организаторов стала наша коллега Анастасия Лушникова. Я визуально их осмотрела. Сейчас нужно будет осмотреть специалистам. И из них отобрать уже те, которые подходят. И думаю, еще нужно будет довязать осьминогов. И вообще этот процесс вязания осьминогов, осьминожков, он будет такой, наверное, непрекращаемый. Потому что детки рождаются каждый день. К сожалению, рождается очень много и недоношенных деток. И поэтому всем им требуется, они помогают, эти осьминожки. Слава Богу.